Книга «Открытым оком», том 9, вопрос 2247, тема покаяния. Сегодня митрополит Виталий выказывает себя патриотом. А как же тогда его подписи под посланием к экоумениту сербскому патриарху Павлу? И что это за выражение «снимаю свою подпись»? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Мне это не стало препятствием искренно молиться за Виталия. Но, как вспомнишь, не только гордость, но и нечеловеческую гордыню епископов. Как они душат всякую живую мысль, как они лютуют на малейшее несогласие с ними. И притом они всегда против гордости говорят проповеди и за послушание церкви, за послушание духовным лицам ратуют. А вот дошло до них, и даже дым развеялся. Полное непокорство. Почему бы им поскромнее не быть? не душить и не отвергать бы епископа Валентина Суздальского. Они страшно много потеряли, отвергнув его, но так ничего и не поняли. Римлянам 2.22. Проповедуя «не красть, крадешь», говоря «не прелюбодействуй, прелюбодействуешь», гнушаясь идолов, святотатствуешь, а снятие своей подписи говорит о мудрости разве? Выходит, что опростоволосились по черному пред всем миром. И особенно с этим секретарем вселенский позор. Помогли ее изгнать, так он, монах, ее со свалки поднял и уневестил себе опять. Зачем она нужна? Кавычки открываются. Заявление первого иерарха митрополита Виталия 18 октября 2001 года архиерейскому сорб, собору РПЦЗ. Сознавая глубину греховного падения некоторых членов архиерейского собора нашей Церкви в их интенсивном, но еще не высказанном полностью желанием соединения с Московской Патриархией, я с полной ответственностью перед Богом, русским православным народом и перед своей совестью считаю своим архипасторским долгом заявить, что предстоящий архиерейский собор, имеющий открыться 23 октября 2001 года, нельзя назвать иначе, как собранием безответственных. Несомненно, этот собор намеревается обсуждать вопросы о возможном соединении с лжецерковью Московского Патриархата. На днях было получено в кавычках «братское послание», от патриарха Алексия II, которая вызвала к моей глубокой скорби радостную реакцию у многих клириков нашей церкви. Они даже послали восторженное обращение к собору, прося собор положительно реагировать на это послание патриарха. Их обращение было подписано 18 с лишним клириков нашей церкви. А сколько есть еще тех, которые боятся высказаться открыто не видя иного выхода из создавшегося положения и не желая нести ответственность за окончательную гибель веренной моему попечению Русской Православной Церкви за границей, заявляю, я считаю себя законным наследником всех предыдущих митрополитов нашей Святой Зарубежной Церкви. И до последнего времени, с Божьей помощью, я продолжал вести сей святой корабль прямым путем по грозным волнам житейского моря, избегая подводные скалы, внезапные мели и глубокие ямы. Сасывающий корабль на дно морское. К сожалению, настало судьбоносное время, когда я понял и оценил тот печальный факт, что между мною и другими архиереями нашего синода больше нет единомыслия и единодушия. Это я им сказал на прошлом синоде, когда после начала первого заседания. Я огорченный, полностью оценив свое одиночество среди других архиереев, ушел с собрания. На основании этого и только этого я согласился уйти на покой и буду считаться митрополитом, русской православной, зарубежной церкви на покое. В этой церкви я родился, был крещен и умру, когда придет время. Я хочу еще дополнительно заявить во все услышания, что как первоиерарх РПЦЗ я полностью отвергаю и осуждаю какое бы то ни было сближение и дальнейшее соединение со лжецерковью Московской Патриархии. Я также хочу объявить, что я снимаю свою подпись со следующих документов, мною подписанных. Первое. Подпись под обращением к сербскому патриарху Павлу. Второе. Подпись под согласием образовать комиссию по созданию сношений с Московской Патриархией. На основании вышеизложенного призывая всех православных архипастырей, пастырей, монашествующих и верных чат РПЦЗ сплотиться воедину рать против всех беззаконных деяний и нынешнего собора и Московской Патриархии. Призываю Божие благословение на всех православных русских людей во Отечестве и за границей, стремящихся идти путем сперва святого Патриарха Тихона и затем моих блаженно почивших предшественников митрополитов Антония, Анастасия и Филарета. Кавычки закрылись. Упреки любящих пригорькое лекарство Когда на людях могли бы наедине? вгоняет в холод в розовую краску, об этом говорить кому-то, а не мне. Но так случалось даже и не раз. Я упрекал и с жаром, и прилюдно, с эпитетами сочными прикрас, под грохот канонады обоюдный. Признаюсь, что терял ни одного, у брусвера расстрелянных в упор, а от иных и я бежал ногой, между лопаток унося укор. Друзья и братья, с ними на ветру, На корабле одном, весьма везучем, Мои слова безбожно переврут, Те самые, кого не переучишь. Они нахально шлялись по дворам И шарили за пазухой моею, Мои просчеты брали на ура, Теперь побитые и глаз поднять не смеют. Ласкатель лживый, мизерный сектант, При галстуках еретики лютуют, и с ними доморощенный мутант в их лжепророчество уже надсадно дует. И против ветра на меня плюют, охаивают нагло и облыжно. И, не спросясь, влезают в мой уют бездарным цензором моих бессмертных книжек. Их замечания, критику приму, упреки любящих умильно поцелую. Они хотят загнать меня в тюрьму, Готовят участь мне позорную и злую. Враги, конечно, лучшие друзья, В глаза мне вылепят в кунскамере фигуру. Мой путь на мушке языка ружья, Лицо и кафедра моя вся в пятнах бурых. 4 июня 2004 год. Игнатий Лапкин.